Приветствую, друзья. Здравствуйте. Сегодня мы с Андреем Николаевичем продолжаем нашу стрельбу. Тест 7804, тозик. Расстреляем высокоскоростные патроны на 100 метров. Посмотрим, как летят, да? Это будет ELA-экспансивная пуля, скорость 380 метров в секунду. Потом, это вот такой вот боеприпас. Находятся они вот такого не футлярчики у нас. Это ELA. Черная гильза, кажется, никелированная. Дырочка аккуратненькая, ровненькая. Пулька гладкая, минимальной сосалки. Приветствуется в нашем виде. Прицел у нас Пилат Вологодский 4х32. Постоянный. Бюджетный. Бюджетный, да. Сколько стоимость примерно? 7 косарей. 7 тысяч, да. Ага. И винтовка 22, да? Да. Получается 29 тысяч весь набор получился. Далее это будет охотник 410 экспансивная пуля. И охотник 370, тоже экспансивная пуля. Скорость, разница здесь не такая большая. Сейчас посмотрим, как еще летит заодно. Примерно какое завышение при однообразном прицеливании. Цена патронщиков. ELA у нас стоит 17 рублей, со скидкой 16.50 где-то выходит. Ну и охотники у нас стоят, копейки, сами знаете, рублей 10 примерно, со всеми скидками. Осалку лишнего не сняли. Ну, она есть, но минимально. Вот они очень грязненькие идут. Все, давай. Примерно 12 сантиметров должно быть. Ага. Посмотрим на кучность. Стоит ли переплачивать почти в два раза. Выстрел так. Будет хлопок более громкий, чем у дозвука. Короче, готов? Говоришь, перекрестие вверх целится, да? Да, пробуй так. Она должна нормально лечь. Сейчас выстрел будет в два раза громче. Винтовка новенькая. Только пристреляли по стандартный патрон. Дождь моросит, температура плюс 3, плюс 4. Во, громче стало, да, бить? Хлопок такой, да, мощный, конечно, стал. Все, снаряжаю следующие. Это самый, какую мишень стрелял, левую или правую? Левый. Левую мишень. Давай. Так, запоминай главное. Теперь охотник 410. Три пульки. Это как падает? Не знаю даже, честно говоря. Короче, надо пробовать. Центр беру. Ну не скорость, это все равно под 400. Что, в центр беру? Нет, целься так же однообразно, чтобы потом выяснить падение пули, насколько сильнее или выше идет. Надеюсь, мишени мы их найдем. 410, середина, целься. Ага. Ох ты, еще громче, да? Скорость выше. Наши климовские патроны. Да, превышение стрелять, конечно. Ладно, единообразно целься. Три. Все. И 370-й охотник. Правая мишень. Дождь моросит, приходится закрываться. Сегодня у нас конкретное изучение этой винтовки. Она новая, не обкатанная. Ствол свинца еще не видел толком. Громкость около 410-го, да? Угу. Примерно одинаковая. Баночку можно вешать спокойно. Рыба есть. Это, кажется, туда идет, куда целишься. Сейчас посмотрим. Это 370-й, правая мишень. Все. Магазин убираем. Чипанали. И закрой патроны сразу, хорошо. А? Так, рулетку берем. Маркер у тебя, да? Это у меня, да. Сейчас посмотрим, какая пучка будет. Ты запомнил, да, как я стрелял? Да. ELA левая, 410 середина, 370 право. Вон там на 100 метров. Подходим. Вот это косяки мои, конечно. Хули, целишься вот так. Ага. ELA скорость 380, экспансивная пулька. Прилетело у нас 3 пули в 5 сантиметров. 410-й охотник прилетел удивительно кучнее. Подожди-ка. Целился вот сюда. Ага. Значит, грубо говоря. Видишь, скорость выше. Смотри, насколько ушло, да? 380 скорость. 410. А здесь 370. Но они тоже вышли. Тоже сюда же, куда целился, куда и примерно пришло, блядь. Перекрестием, да? Ну вот сейчас сюда целился, да? Ага, перекрестием. Ну, чуть-чуть право. Ну это я заваливал, наверное, скорее всего. Так, давай меряем. 4,5 сантиметра. Покучнее пришли, чем ELA. Здесь у нас пришло, смотри, треугольник ровный, да? По центрам 3,7
3 сантиметра 7 миллиметров. Почти минуту охотник 370. Дешевый. Да, дешевый патрон, куда целишься, туда и летит. Да. Патрон стоит 10 рублей, 10 рублей, 17 рублей. Давай еще раз, зачеркни всех и еще одну партию стреляем. Сейчас вот это будем целиться в центр, этим тоже центр, а этим... Целься тоже в центр и посмотрим, конкретно падение будет, там лучше, это понятно. Давай, закрашивай все пульки, все отверстия. Ну, неплохо, да? Самый дешевый патрон, только самый обычный, да? Да. Вот, 410-й. Неплохо пришел. Ты рад? Сойдет, что? Блять, стол какой-то уебищный. Дистанция 100 метров. Патрончик LA 380, эксмиссивная пуля. Затвор туговатый. Но работать можно. Отдачи вообще нет, да? Чуть-чуть даже чувствуется, раздувает, да? Так. Теперь у нас 410 идет. И 370-й охотник, правый мишень. Экспансивная пулька. Осалка удалена сильно. Ну, есть осалка, но минимальная. Кто завода, осалки очень много. У всего. Да. Угу. Все отлично. Так, что мы видим? Подожди. 100 метров. Сейчас мы целились, перекрестим ровно в центр, чтобы конкретно посмотреть, какое будет падение. Падение ELA, скорость 380, экспансив, составило у нас в итоге 10 сантиметров. А здесь сколько было? А здесь мы целились сверх. Наверное, да. Здесь 5 сантиметров, 8 где-то, да? Да. Ну, свои недостатки еще, косяки. Да, подожди. В общем, в итоге у нас падение 10 сантиметров на 100 метров. Куча у нас получилась ровно 3 сантиметра, даже меньше, прикинь. 2 сантиметра 7-8 миллиметров. Да, 2 сантиметра 7 миллиметров. 3 сантиметра. Здесь вообще... Подожди, что-то не то говорю, нет? Ну да, да. Вот по центрам, если смотри. 2 сантиметра 8 миллиметров. А здесь... Также 2 сантиметра 8 миллиметров, меньше минуты. Угу. Учка, это ELA. Эти прилетели, 410-й. Как обычно, пуля в пулю, это не так любит лететь, и один отрывчик. Мы все равно стреляем, смотрим его по дальним. 410-й охотник. По дальним 4,5 сантиметра. Ты куча заебись, отлично, да? Пуля в пулю. И охотник 370-й. Здесь же у нас прилетел, в первом варианте у нас прилетел 4 сантиметра. А здесь его немножко пораскидало. Ну, здесь факт чисто мой. 7 сантиметров. Смотри, ты целился в середину, то есть да. Он не падает вообще, да? Но да. На 50 метров этот патрон у нас на 7 сантиметров выше идет. На 7 сантиметров выше идет на 50 метров. Это надо помнить. На 100 метров. Вот тебе на 100 метров. Глухарю подходишь, если, да? Можешь точно целиться. Но смотри, почему у 380 скорость падение идет больше, чем у 370-го охотника. Это у нас 410-й прилетел. Вровень. Куда целился? Так это же у нас экспансивное. Да, это все экспансивное. Да? Смотри, 410-й охотник, он прилетел туда, куда целился в итоге. 370-й охотник прилетел тоже туда, куда целился. Падения нет у них, хотя скорости разные. Вот эта загвоздка интересная, да? Одинаково целился в центр, да, везде? Да. А ELA прилетел ниже, на 10 сантиметров. Скорость 380. Больше, чем здесь. В итоге падение 10 сантиметров. Пускай у телезрителей, у кого... Есть ответ. Ответит? Да. Да. Кто сможет ответить нам на этот вопрос? Очень интересно даже. У меня есть, может, кто-то тупит. Интересно, да. При единообразном прицеливании 370-й охотник, 410-й прилетели одинаково, а ELA 380 прилетел у нас на 10 сантиметров ниже. Вот такой итог. В общем, надо стрелять, стрелять, тренироваться. Понимать еще, да? Сейчас мы уже по гонгу постреляем уже, сами по себе.
на звук послушаем. Можно было, конечно, поставить и вторую видеокамеру, но идет дождь. Вот, как видите, все сырое. Сами сырые, тоже камеры вымокли. Не так удобно. Снимаем с одной, с маленькой экшн-камеры сегодня. Ну что? Андрей Николаевич, ты рад, нет, своей винтовки? Ну, конечно, видишь. Меньше минуты, елей прилетел. 2,7 сантиметра на 100 метров. Очень даже неплохо, я скажу. Да? Че, ЧЗ-то не так бьет кучно? Я этим патроном еще не стрелял, я их только купил. Ну, тоже. Вообще, ЧЗ так кучно бьет, нет? Ну, у меня прилетало, да. У меня на 120 метров 3 сантиметра прилетали. Еще постреляем, попробуем. Потом на 150 метров постреляем, на 200 в будущем, может быть, и больше. Своих денег стоит, нет? Своих денег стоит, нет? ЧЗ-ка, конечно, он затвор, у нас такой мягенький, четкий. Очень удобный. И спуск мягкий по сравнению с ТОЗом. С ТОЗом жесткий, как у ТОЗа 99-го, такой же спуск. Я думаю, они один в один у них спуски идут. Вот такой небольшой тест мы провели. Высокоскоростные пульки ТОЗа 7804. В следующий раз постреляем ЧЗ 455-го Force Edition этими же пульками. Посмотрим, как полетит. Будет ли какая-то разница. Все, да? Погодка пасмурная. Время уже к вечеру, скоро будет темнеть. Сейчас собираемся и уже поедем домой. Если будет завтра сухо, может быть, завтра еще выйдем, постреляем тоже. Сейчас будем стрелять очень много. Место у нас хорошее. Специально отведенное, можно сказать, для этого. Все по правилам. Все, до свидания. Все. Все счастливо. До новых встреч. Еще пишите комментарии, свои вопросы. Собираемся.